на Невержима после Симферопольского концерта всей группой полезли. И допустим, до самого верха дошли, и там трещина такая, ну, сантиметров 80, наверное, не больше. И я такой через нее, ну, а у меня музыканты все белорусы. Я сейчас сибирскую часть программы буду петь. Так вот они играют, но не очень хорошо знают, о чем это. Кроме басиста, который тут уже на тюменских северах прописался у нас. Вот. И они такие, ну какие горы в Беларуси могут быть? У меня два человека из группы вообще не летали никогда в жизни на самолетах. Белорусы адские домоседы. И я такой через эту трещину перепрыгиваю, такой дальше вверх. Слышу, что топ-топ-топ нет. Я смотрю, у меня вся группа стоит в полном составе перед этой трещиной и смотрит туда вниз. Ну, она глубокая такая, антуражная, ну там сантиметров от 80, прыг и все. Они такие стоят, и понеслось. Короче, ударникам удалось перетащить только под страхом полного изгнания из группы. Типа, нахрена нам такие коммунисты, которые трещины не могут перепрыгнуть на горе. Вот такая была Демерджолина. Зато потом как гордились все собой. Сказочная была гастроль. Потом мне в Днепропетровске сломали ребро и сотрясли голову. И меня укладывают мои музыканты, меня несут такие найденного в школьном дворе неподалеку. Они меня несут на явочную квартиру, кладут на кровати. Я такой открываю, глаз один заплывший, говорю, офигенно, как дома. Я такой, ужас, с кем мы играем? Но это была совсем другая история. Пора, да, по Сибири ударять дальше. Сейчас. Ностальгическое. Слышишь, брат, ты не прячь.